Чё, припев? Да, припев. Чё, идиот? Идиот, 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 да, говори мне быстрее. Я просто боюсь, что я скажу всё, что у меня вот на уме. Да пофиг надо. Попросили. Сейчас. 3-4. Хочешь? Долго ждем. Сейчас меня рэп зачитать попросили, хотя мы на море, мы не на квартире. Одни в целом мире, и я не знаю, что дальше сказать. Что дальше сказать, ёб твою мать. Приходят маты, всякие слова, блять. Передо мной тортик, а рядом море. Но рано или поздно может случиться горе. Я принесу свечку. Вот сейчас приехал Серега скорее, я так его ждал, вот думал побыстрее. Сегодня у нас 4 сентября, и я думаю, что собрались мы не зря. Мы дунули кальяна, и я немножко пьяный, всегда и везде есть свои изъяны. И я уже не трезвый, этикет уже говно. Я уже не трезвый, гет уже в говно. Но это наплевать всем уже давно. Сейчас это вечеринка с пеной, а мы у нас здесь все свои проблемы. Я хочу говорить, я хочу читать рэп, но у меня что-то немножко не идет. Взад-вперед, влево-вправо, налево и назад. Серега, играй быстрей, пожалуйста, брат. Something no more, no more. It cannot wait. I'm yours, no need to come looking. Our time is short. This is our way. I'm yours. Не играю в рэп, внутри меня как моя пуля. Внутри тебя это не мои, не мои слова. Извините, я их убрал, извините, братва. Серега играет, играет на гитаре. Обычно они сами работают в паре. Но я сейчас в ударе, мне в общем все равно. Кто где? Кто где? Саня сейчас в Америке, с ним Рита и Алло, наверное, в истерике. Они на мозг жутко ему давят, они его в покое, наверное, не оставят. Ну, пиздатый чувак, сказал, нельзя рифмовать глаголы, но это все равно, ведь этот рэп от Вовы здесь можно рифмовать. Все, что угодно, можно говорить, все, что ты думаешь, свободно. Серега в очках, Вова на ушах, рядом Пепси, идите в сенах. Рядом море, и я очень рад, что в любое, и нету, в общем, никаких. Таких преград рядом очень много хороших ребят. Рядом дискотека, рядом дискотека, рядом дискотека, рядом дискотека. И мы все люди нового века. Надо успевать тусить, пока ты молодой. А то потом придется жертвовать своей работой, жертвовать своей судьбой, еще какой-нибудь хуйней. Когда у тебя же дети, ведь ты уже не молодой. Ты уже взрослый, тебе за 45. И надо браться за ум, за свой опять. Надо снова чему-то заново учиться. Надо снова к чему-то стремиться, снова чего-то добиться. Надо идти дальше, надо не унывать. Надо снова идти, надо снова вставать. Надо снова курить, надо снова бухать. Надо быть молодым, никогда не потухать. Я не знаю, что сказать, я рифмую глаголы. Но это все равно, ведь это рэп от Вовы. Потому что чуть-чуть ход мыслей наружен. И все, всякое говно рвется из меня наружу.
Рядом ребята, у них жесткая туса. Они вошли в удар, они уже во вкусе, а мы уже немножко совсем потухаем. Я рифмую глаголы, но сейчас слово мама. Мама и бухаем, это не глаголы. Опять возвращаюсь, это снова рэпотворы. Ты можешь балаболить, ты можешь говорить, но надо не терять какую-то нить. Надо всегда действовать от основы, чтобы не повторяться, чтобы быть чуть-чуть новым, двигать новые темы, говорить о проблемах. Ведь это не просто, мы идем против системы, мы говорим быстро и думаем легко. Блять, заебал ты поднимать темп, я не успеваю, мысли не идут. Останови чуть-чуть. Тут. Я чуть-чуть пьяный, а завтра футбол. Но я выйду на замену и забью завтра гол. Мы играем завтра с 95-м мячом. Они играют пиздато, будут трудно завладеть мячом. И я не знаю, что завтра делать. И тренеру сказал, что завтра я приду. А завтра я приду, бухой-бихой в пизду. И тренер скажет мне, блядь, Вован, иди в пизду. Ведь ты же совсем пьяный, куда тебе на поле? Тебе выпил вчера слишком много алкоголя. Давай-ка посиди, потом посмотрим, как ты сможешь играть. Ведь это Спартак. Проще, стараюсь думать резче, но как-то на ум не идут некоторые вещи. Не рифмуй глаголы. Проще, резче, резче и попроще. Надо быть не толстым, надо быть тощим. Надо быть чуть-чуть подкачанным вообще, чтобы было как-то, ну, вообще нормально. Потому что ты подкачанный пацан. Если ты подкачанный пацан, значит number one. А если number one, то это Вован. А если ты Вован, то ты любишь кальян. А если ты любишь кальян, то возможно ты сейчас опять немножко пьян. Рифмы в принципе опять одни и те же, но все те же на манеже. Все вроде бы как прежде, но чуть-чуть по-новому, чуть-чуть посвободнее. Мы снова одни, мы снова на природе. Рядом, рядом море и рядом прибой. Ты со мной, а я с тобой. Вы со мной, а я с вами. Двумя такими нормальными пацанами. Три нормальные девчонки и Серега с гитарой. Вообще разные люди. Три нормальные девчонки и Серега с гитарой. Три нормальные девчонки и Серега с гитарой. Три нормальные девчонки и Серега с гитарой. Нормальные девчонки и Серега с гитарой. Пару пустых стаканов, немного пустых тары. Пустые тары, немытые стаканы. А кто здесь пьяный? Кет. Нет. Может кет, может кет, может кет. Может кет, а может нет. А может кет, а может нет. А может да, а может да. А может так, бывает, так бывает. В общем, не всегда. Когда-то кет остается самым трезвым, а когда-то кет бывает самым потухшим, а когда-то Вован может даже слушать. Но вообще Вован любит нести хуйню, нести хуйню. Это я люблю то, что делаю, люблю, что говорю.
Я люблю, что делаю, люблю, что говорю. Я, конечно, не Eminem, 100% не бастахрю. Я не бастахрю, и я не Eminem. Но я желаю мира всегда и везде всем. Давай пожестче, чуть-чуть давай битуху. Нету битухи, ну где она, братуха? Давай чуть-чуть по гитаре постучи. Лена, пой, давай не молчи. Этот фристайл вовсе ни о чем, а быть может фристайл длится для всем. Ведь столько тем затронуто, столько много, не хватит даже раз. Попробуй положить свои мысли на бит. Посмотрим, как ты быстро сможешь говорить. Как быстро сможешь быстро думать, переговори слова. В голове слова, трудом голова. Голова у меня. В общем-то на месте. Главное сейчас, что здесь мы все вместе. Мы пьем чуть-чуть, кушаем немного. А завтра нам опять в город дорога. Давайте стопорнем.